Добрый вечер. В студии Галина Солодовник. Ночью на западе и в центре Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. А на востоке, напротив, небо будет чистым. Температура на побережье около 10 градусов, на остальной территории плюс 12, плюс 14 градусов. Днем солнце будет сменяться облаками и наоборот. Местами дожди с грозами и градом. Во время грозы ветер порывистый, до 15-18 метров в секунду. Температура около 19 градусов на побережье, в центре плюс 25 плюс 27, а на востоке до 30 градусов. В Риге в начале ночи возможна гроза. Ветер слабый, столбик термометра опустится до 14 градусов. Днем в столице то солнце, то облака, а ближе к вечеру ожидается гроза. Воздух прогреется до 26 градусов. Тип погоды третий, неблагоприятный. О погоде все. До свидания.